Начинаем экскурсию, вечернюю, хосты. Хосты у пруда, ковшичек для птиц, чтобы пили чистую водичку. Следующая хоста. Конечно, вы заметили, что они отличаются. Это у нас речные камни. Пойдемте дальше. Это у нас Катя выспалась днем, следит за поливом. Куда течет вода, все ли в порядке, не зашли ли чужие коты, о, куда-то побежала. Это следующая хоста в тени яблони. Вот вечером так она сияет. Нет, солнышко уже село, а белое обрамление просто сияет эту хосту. Пойдемте дальше. Проходим мимо Бекелы. Она и вечером очень красивая. Сейчас идет полив. Это хоста. Такую вы видели около пруда. Переходим к следующей хосте. Зеленая хоста с темно-зеленым обрамлением. Это я их только что поливала, освежила, так как у нас засуха и температура 30 градусов. Темно-зеленая хоста с желтым обрамлением. Здесь была зеленая с темным. Вот это гигантская голубая хоста. Кто-то может спутать ее с лопухами. Нет, это гигантская голубая хоста. Рядом с ней хоста с желтым обрамлением, зеленая. Вот такая моя экскурсия по хостам. До свидания. До новых встреч.